Мама очень добрая, активная, всегда во всем участвует. Когда меня мама сюда позвала, я очень обрадовалась, потому что вот на этом празднике я еще не была. Моя мама занимается танцами, работает на сайте. Вы уже можете подарить своим любимым мамам и поздравить их с праздником. Она добрая, всегда поможет мне. Должность, она у нас очень сильная, красивая. Она мама троих детей. У меня сестра, вот сестра моя, брат. Она любит спорт, мы занимаемся спортом. Праздник День Матери. Мы поздравляем всех мамочек с этим замечательным праздником. Желаем счастья, здоровья, вот таких вот ярких будней. И ждем вас на своих праздниках. Благодарим всех участников и партнеров мероприятия. Мы постараемся сделать праздники в городе Балаково для мам и деток самыми яркими и запоминающимися. Спасибо!